Главный герой последнего сезона шоу «Холостяк» – футболист белорусского клуба ФК «Торпедо», которая занимает 7-е место из 12 в белорусской лиге. Мы решили приоткрыть завесу следующего сезона. Итак, представьте, главный герой Игнат, установщик бойлеров «Аквафор» по области. Финальное свидание. Ну, вот и финалочка. Прикольно. Генделек наш, гуляй. Ну, а как ты вообще в проект попал? Ну, дела сейчас идут хорошо. Аквафор на вершине мира. Прикольно. Бойлеры раскупают. Мы number one. А сколько стоит установка? Установка? Сетап? Сетап? Сетап 2700 плюс 300 чай. Прикольно. Но там чай в контракте прописан. То есть это уже мое. Ну, на хлебушек хватает. А ты неплохо зарабатываешь, да? Ну, смыкай сама. Если установка 2700. Прикольно. А в день же можно не один раз установить. Тем более мы их из Польши гоняем. Импорт, Евросоюз. Прикольно. Скажи, а когда я пришел на первое свидание в комбинезоне «Аквафор», тебе понравилось? Да, очень. У меня еще поло есть. Серьезно? Ну, я заряженный в компании. А у тебя хобби есть? Да. Я собираю шторы всех цветов радуги. Да ладно. Скажешь еще. Сейчас думаю продвинуться и на каждый цвет по 3 оттенка собрать. Псих. Такой я человечек. Я тебя люблю. Я не могу ответить взаимностью. Че? Мне кажется, ты со мной только потому, что я с «Аквафора». Не. Я ухожу. Да подожди. Я ухожу. Алло, «Аквафор», можно мне сетап на 14-е? Желательно Игната.